там можно идти чилить. Тут так-то некромантика идем. Некромантика плюсует. Подходите, резайтесь, да начнем. Вот здесь. Он специально ждал. Сука, вот. Он только этого и знал. Не, ну если вы пришли на РТ чай пить, нахуй. Это очень круто, нахуй. Кстати, пускай он на гламурче накинет этот орехи. Да орехи там не спасут. Так орехи они только при том, когда его бить будут, нахуй. Хили. Да. Не, нет, смысл в том, то, что они три. Что? Не нахилит нихера, забей. Ему надо на себе держать щит. Я пошли. о том, что они 3%. Слышишь, Войд? Войд. А чё, если реально попробовать вот ШПшника спекнуть в ДЦ и одного Эршама заменить на мага, он который сидит? У нас проблема еще будет потом поднять рейд после того, как... Вы ж не забывайте, да, щитки ДЦ заблокируют половину входящего урона, но вторую половину кому-то отпилить надо. Пошли трэш бить нахуй, заебала мне эта хуйня. Да какой? Давайте бусы бить, блядь. Ну и бей нахуй. Без двух ДД нахуй. Они там чай пьют нахуй, а мы трэш пойдем бить. Просто мне кажется, можно было интури попробовать с двумя ДЦ и... Я не помню, кто тут что делает, нахуй. Сейчас попробуем, блядь. Вы чай на РТ пришли пить, челики, нахуй. Да. Я вот за РТ кружок 5 выпиваю. Короче, дал корни какому-то пидору. Я не помню, кто из них что делает, нахуй. Спускайтесь вниз, уходите. Я тебя еще удивлю, они по 600 миллилитров. А у меня кружка тоже литровая, да? Короче, вот этих зергайте, корни. Алло, тихо нахуй. Вот этих зергайте, и сверху моб побежит. А, вот там патруль идет, убегаем отсюда. Бежим все отсюда. Уходим за угол. Там моб... другого босса пошли? Да, ты чаек пьешь на РТ, я понял нахуй. Мы пошли так, блядь, воронки нахуй фармить. Хули? Вы, блядь, пришли, встали, блядь. Да, воет, войда нету, блядь. Да, мы воида ждали, блядь, типа дошел, ебать, и резко сделал РЧ. Прям там такие тайминги были, как будто бы ты это специально сделал. Ты просто ждал, когда бегом нахуй. Вот этот пидор что-то крутит, по-моему. А, вот, отойдите, убегите, съебитесь. А, нахуй надо, ну, лучше сдохните, блядь. А еще ему стан можно давать. Ну-ка дайте стан ему. Не дается. А, ну все тогда, вот самый опасный моб. Там еще патруль, по-моему, какой-то ходит. Давайте забьем хер, блядь, и пойдем босса травить, ты заебался. Здесь. Такие интересные, блядь, берите часть с собой на РТ, блядь, ставьте рядом, блядь. Вот я поставил, блядь, у меня кружка стоит. Сразу, блядь, канистру тогда. Чайник рядом стоит, сидишь, ты пишешь. Канистру, ебать. Заебал, не смеши, я чуть на комп нахуй не вылил. Просто его трубку давно пора, поменяешь хоть. Просто не сидишь, дает. Блок питания, сидишь, чайком поливаешь. Охлаждаешь его. Не, чай горячий. Водяное охлаждение? Ну да. Так одна... Водяночка подъехала. Челики бегут, давайте шкаф. Джипсы. Че, зря фласку на АП выпивал, что ли, блять? А че, оно так мало? 14 минут осталось, нахуй. На трое хватит, да? Да, еще на 2 даже. На 2 хватит. Понял. Если мы между траями бафаемся за минуту, да? Тогда хватит. Почему? 6 минут? Босс. Не, это босс. Это если мы до берсы доходим, мы еще упали и бафнулись, встали и резнулись. Ну, и как раз, да, как раз на 2 трая. Это, бля, это рекорд будет, надо это видос записывать, блядь. Гайд будет целый. Вот как раз пишешь сейчас. Давай протестим. Все, РЧ и поехали. Вилани там в коридоре щитит, нахуй. Нахуй, нахуй. Нажмите на сумон, я сумоню его. Все, уже он тут. А, он тут, блядь. Тут давно. Джейс есть? Да, поставил Джуфсау здесь. Бафаемся, короче, блядь. Нормально будет все. Бля, денег. Сука. Так. Денег отсыпать? Бичара. Короче, если сейчас падаем, нахуй, то тогда спекаем Ранди во второго ДЦ. А вместо бидона берем мага. 200 голды есть, 200. Выбора нету, нахуй. Проверка, нахуй. Заебал. Из воды, нахуй, топ, сука. Бидон, ты готов?
Дайте голду, мне нет. Рарник, блядь. Ёбаный покос. Ты что, красный, что ли? На шее голда была. Бидон, сапфот дайте. Он его зачем-то перепил. Ты что, бидон? Дали сапфот ему? Так он тебя просит. Ну ёбаный покос, блять. Ишь, племянник бишпа. Ебануться нахуй. Такими темпами Биг Дэм тут не только чай можно было попить, нахуй, испечь пиццу, сожрать, блять, сделать оливье, сожрать, блять, отправить Новый год. И даю проверку. А, даю отчет. Отчет, пацаны. Вот что это, блять? Это он с сапротом? World с СПД. World, сука, World. Ты, братан, в дисе? На этот раз, надеюсь. Я не знаю уже, какой смысл бить. Они упали, мы проебали ДПС. Все, падаем. Ты с сапротом, я вижу. World, ты тут? Блять, я тебе сапрот в обмен кидал. Нахуя? Просто так? И что, Шилд, вы сдохли нахуй? Вы просто сдохли. Короче, ладно, хуй с ним. И сейчас это. Так, сколько ДПС? ДПС 20к. Так, ладно. Где там Эйя нахуй? Давай попробуем 2 ДЦ. Может, это изменит что-то? Но я что-то хуй знает нахуй. Где он там? Попробовать-то стоит. Так, а Гламурщин у нас какой-то такой парень был, да? Чё? Не вижу, где он, ёбаный. А, вот и я. Ботаника. Ну и кого свищет, нахуй? Самое странное, что Равист всех ДПС, а вот от этой хрени. А чё у тебя с ДПСом, Равист, что-то 15 тысяч? А, ты упал просто. Он первым умирает. А почему так, нахуй, ебать? Ай, сука, я ебёшь нахуй просто, блядь. Бал этого я робота нахуй. Сделали хп нахуй, блядь. Лемов всем надо качать, короче, срочно нахуй. Я хуй знаю. Локов удаляйте нахуй. 30 кадров. Лемов, ДКшников. Можно, я могу вместо ДК и Лема одеть. Сейчас сезон начнется ПВПшный, должен маленький. И кого свичить? Бидона, блядь? Бидона свичного. Получится еще 2 ДЦ, Эрдрух и Пау. Бидон пишет уже вдали. Да, я вижу. Так что послезавтра ожидаем нерфа. Я по 19 число. Начало по сезону. Эх, как же хочется выжить. Просто, сука, выжить. Там будет уже по-другому. Что в следующем сезоне будет это, да, там шмот новый, да, по-моему, там А9. Команда с этим, знаете, сколько. Потому что как раз же, блядь, ДКшники по ДПСили целый сезон. Надо понять, да? Ну да, а так они так постоянно делают. Так, давайте СПДшку свою посмотрите, присты. Сколько сейчас СПД у вас? Жрите рыбу там, это самое. Смотрите под фулбафом, сколько СПД. У кого больше СПД, тот пятую-четвертую считают. У кого меньше, тот... Поделились.
Да? Ну смотрите. Ну а третья просто на расхват. Там бичи такие силовые стоят, нахуй. Они по сути и не сдохнут, нахуй. Если что, нахуй, это прием ДКшники, нахуй. Нажимаем. Панциря нажимаем, слышите, 45 секунд КД. Панциря нажимаем на антимагические, блядь, на эту хуйню. Первый удар панцирь, второй незыбка, нахуй. И хуярим под этой хуйней. Чтобы у вас. По вам. А потом это все по откату. То есть панцирь по откату, незыбку по откату, всю хуйню. Так бы еще антимагический купол было бы пиздато, да? Ну что, мне могу ванхоли ПВП спекнуть? Надо, ну тут ДПС. Купол у Юлаша может быть. Это мультиком обещали маленький скейт пустить. Т4. Вы там ДЦшками распределите как-то? Уже распределились. А, да, все. Так, проверка. Тут нужна эта защита. Дайте курит по лупу по 5. Аура. Вышел из рейда. Можно просто ДДшки поставить. Дайте. А что у нас нет, да, анхоликов? А каску по локу. Почему? Invisible. В смысле, три анхолика, брат, у тебя в рейде. Да? Вот вы не качаете, да? Так она не бьет, она в PvE спике не берется. Нет, типа, если перекачать один талант, так-то можно перекинуть. Ну а что, там сильно просядет что-то, блядь? Ну там 4 таланта нужно перекидывать, не один. 4? Да, ты 3 перекидываешь в этот самый. А, 3 их подавление, блядь. Подавление магии, и один уже в этот самый. Там, если 4 убрать, там очень сильно просядет. А что самое хуёвое? Вот отчаяние только что, да? Урона. Ну, отчаяние вообще не надо убирать. Там потом некроз точно трогать не надо. Да там, ну, много талантов, которые трогать не надо. Ладно, ясно. Сейчас попробуем на ДЦМ. Это почти как Эрпал, нахуй, без мастера ауры. Еще раз проверку. Или протопал без сакры. Так. Даю. Поменяйте лед ауру на Эрпал. Ауру. Вот так. Сука, пидорас, блядь, тупой, нахуй он так далеко выкидывает, блядь. Опачки. Чё так, да? Нажмите сейчас кто-нибудь, вынет массив, пожалуйста, на эту туда. Как дела? World Arisu. Быстренько. Ну, что ты дрочишь? Ждёшь удара тяжкого? Ну, ясно, нахуй. Хильте его быстрее, дайте ему зубы. Залупа, да, идея? Синтек притоном. Чё, блядь, как дела, нахуй? Только сразу не вставай, там с первого пойдёт. Маги, жмите магический доспех там, или чё? Вставай. Чтобы вас... Вы хильте цели тряпочные, блядь. Если у вас щиты, блядь, на всех висят.
Молитва есть, исцеление такая хуйня. Один каст точно можно кастануть. Ну вот, минус рейд, нахуй. Все, падаем. Залупа, да? Ну, 5 хилов, либо я хуй знает. Я хз, что не так, почему пробивают 3 цели больше всего. Это Равист, Гламурчин и тот третий. Ну, Гламурчина я по КД хилю. Это 3 цели, которые проседают постоянно. Полученный урон, я не знаю, что с ними не так там. Может, по ним больше урона проходит. Нет, урона меньше по ним полученного. Ну, вот именно, меньше всего их раз и пробивают. Просаживаются они сильнее всего. Меньше хилят, потому что нет? Нет, там не в этом дело. Причем молитва исцеления, ты ее не успеешь, да? Потому что 20 щитков ты не успеваешь давать. Я хуй знает, я считаю, надо хила спекать, нахуй. У нас хилы по 20 дают. Давайте попробуем холи ДЦ. Ну, типа, холика вместе ДЦ. Ну, давай попробуем. Ну да, раньше-то на этом... Как ее, блядь? На королеве. На ней холика ставили, когда... А может кто тела. Посмотреть, каким сетапом этого босса вообще убивали? Да какая хуй разница, сейчас, ну, посмотрим. Павел, людей сердце нахуй, и все, заебись. Колодец я тыкать, сетапа. Это еще надо его тыкнуть, нахуй, ты что, это что такое? Что-то... Его ну, тыкать ну, надо ну, не всем, нахуй. Никогда не тыкает, блядь, этот колодец. Ебать, еще его в касс тыкнуть, вообще пиздец. Еще чтобы бумаги тыкнули, локи, нахуй, кто там еще. А по остальным вроде столько не должно проходить, ну, совы, нахуй. Нихуй знает, нахуй. А колодец где тыкают на каких-нибудь боссах, где перебежки есть. Ой, дай банку на АП, пожалуйста. Да. Сука, блядь, то агра нет, то не живем нихуя. Я не знаю, что делать, нахуй. Пробуй, не люблю спекнуться холика. Давай спекайся, нахуй, посмотрим. Блядь, линкани сколько там абсорба вы дали вдвоем? Сейчас подсравнивается. 2-0-3-1-64. Ну, линкани есть там линкануть? Вот, я линканул в чат. 14. Это гламур. Ебать, что мало, нахуй. Варианте мало. Ну, блядь. А чё у него, ну, так мало? 400 тысяч меньше, нахуй. Вот надо, чтобы он 2 ляма давал, и ты, чтобы 15к, нахуй, на холике накрутил, нахуй. Тогда будет какой-то... Может, выживем, нахуй. А чё, таланты есть у кого-то, которые вот... Я не знаю, перекачать уже вожак стаи, нахуй, я тут не перекачаю, наверное. Смысл? Можешь перестать сервисы перекачать. На месте. Попробуем. Так. Стоять. Ну что там? Я спек дважды поменял. Давай быстрее жри, блядь. Там этот самый ШПшник просит масло с ПДшным. ДЦшник. О, а, ДЦшник. Ну дайте ему масло, есть у кого, блядь. Приоритете считаю, нахуй, вот эту четвертую, пятую, а там уже похуй, типа некромантику, призана и рависта, нахуй. Остальных, блядь, хуй на них, нахуй, они не сдохнут никак, нахуй, они жирные, латники, нахуй, по 40 тысяч хп у них, блядь. Так, вроде все, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you.
Ебать, просаживайся, пизда просто. Кто-то ложный выпад не нажил. Лисы, рывист. После тяжкого станешь. Оставаемся. Фулл баф по нему. Заебись, живем. Частицу обновите. Упала, обновить частицу, посмотрите. Бы, сука, ДБМ сделали на отталкивание, нахуй, ебланы, блядь. Не, может, есть какой-то ДБМ, просто у нас его нету. Ну вот, что это, нахуй? Вадикон, резай. Смотрите, раздайте инеры по хилам быстрее. Захилить его быстренько. Еще один номер. Это пизда, наш... нахуй. Кайф, хули, просто кайф, нахуй. Игра с кайфом, блядь. Все, очко, нахуй. Дальше они не вывезут, нахуй. Че, еще никто не... Ладно, попробуем. Да поднимите быстрее ДЦшника, и будет все нормально. Ну я а кто поднимет, не... нахуй, если все БР в КД, блядь? Начинаем падать. Все, очко, блядь, хули. Ясно, нахуй. Не, очко обычно гудит. АК 11 туз. Ну и что, а хули, нихуя не изменилось, нахуй. Просто ДЦшник, видишь, непрофессиональный. У него 8К как было, так и осталось. Значит, он, блядь, шипешник, по сути. Если смотришь в тайминг, блять, удара, нахуй, и считаешь, блядь, 10 человек, нахуй, все, все, что ему нужно делать. Ну, он дал 131 читов. А, 141 даже. Я тут еще. ГЦ, хули. ГЦ. Целупа, это все, нахуй. Я не знаю, шестой хил только что, блядь. Пятый, точнее, блядь. А кого, куда? Ну, ну давай. Да. Вот этот трай смотрим, что вот Эя 16, некромантика 16. Все же 20-ку дают, значит кого-то надо убирать. Еще и хила спекать. А Вилания нахуй. Давай-ка в хила нахуй. И кто? И некромантика. Почилишь нахуй. Не все, нихуя не знаю нахуй. Все же заходи нахуй. А Вилания в хилика, блять. Пятого нахуй. 14 тысяч эти никуда не уперлись. Я хочу дожить уже до берсы, блять. А потом пойдем. Пусть я хилю стою, но по каждому пробу. А сейчас ты будешь конкретно хилить, нахуй. Я понял, нахуй. Назначили. Спалили, типа. Назначили ответственного за лопату, блядь. Не, ну я не могу просто взять или призвана, или хэлла. У них по 2 царику, блядь. У тебя 14, нахуй. Есть тебя смысл взять. Ну а чё, нахуй, два холи пала, каждый, блядь, пати там щитует одну к один свою. Да, один вот свою, это будет и... бомба, нахуй, в натуре. Сейчас вам, блядь, Биг Дэм распишет, короче, гайд, нахуй. Да они за счет символа света небес там хилят, там, типа, вот главное. Да ясный хуй, блядь. Символом 800. Вот у Синтека, когда он видит, там, нахуй, цифры выше своих,
У него там, чё? Блядь, все что угодно, но, блядь, там жага хилит за счет символа, блядь, там еще какая-нибудь хуйня, да. Ну, смирись уже просто, блядь. А, блядь, я тебе говорю, за что, за счет чего сейчас упал хилит, блядь. Все просто понятно. Свет небес кастует и захиливает. Он, если будет, блядь, щитки свои ебаные выдавать, он 5 целей спасет, нахуй, остальные пасут, хуй сдохнут. Натуре. Так он щитки дает до... До дает, натуре, удара. Понял, да? Бля, а посмотрим, момент, как он удар. Натуре синтек, блядь. Ты на синтека не обижайся, он, блядь, просто сегодня не поел, нахуй. Че он я там... вообще-то поел, блядь. У него там хлеб, нахуй, четырехдневный. В смысле, энергетик выпил сегодня, блядь, как это нахуй? Наелся энергетиком. Просто с 1500 осталось 1400. За 46 рублей. Ну, за 46. А потом ты говоришь, блядь, я набрать не могу. Я думаю, там синдек... Плохо слышно, ты там это рейжишь сильно. Тихо, у меня под столом. Что-то под столом утопы там, нахуй. Прости, тут... Точнее, вот в столе, вот где клавиатура должна быть. Там лежит микрофон. Мы, кстати, когда на работе, блядь, это, ну, стоим еще в ресторане, делаем там это все, оформляем, блядь. И Корифан, говорит, ну, тот самый, который это... Че про него рассказывал-то, блядь? Ромашка, который... Да, Роман, который вокруг шум, пусть так, да? И который пел. А он такой тип, ебать, как чё пизданёт, нахуй, так ржёшь, нахуй. Он говорит, ну, конечно, не придамар, блядь, но сори, нахуй, надо это пиздануть пацанам рассказать. Короче, стоим, блядь, и он такой говорит, прикинь, ну, мы стол такой, да, ну, и стол где-то по пояс, нахуй, и мы стоим, короче, тот такой говорит, прикинь, славян, говорит, нам, ну, таких девочек, нахуй, под стол чисто, блядь, уже стоишь, типа, кайфуешь такой, блядь, ну, условия работы, типа, охуенные такие. Я понял, нахуй. Это была шутка. Нахуй ты это рассказал, вообще непонятно. Девочки в рейде какую-то херню рассказали. Ты, блядь, ты понимаешь, что ну, ты сидишь на работе, нахуй. Ты там находишься сколько, нахуй? 12 часов, нахуй, на ногах, блядь. И тут тебе такой расслабленный так. Подгончик. Я на минуту отбегу. Вытерет. Зря ты рассказал, тупо там все. Пошел. Под столом, говорит. Да. Минуту отбил. А сумо-то будет вообще в этом? Да я сумоню, ёбаный покос, блядь. Стою, фласка тикает 2 минуты уже. Так, ну, блядь, маги, я не знаю, 16-17 это хуета. Давайте 20-ку, давайте уже как хэла, блядь. Ты уже засумонили. Кирсори выровнялся, смотри, почти 19 жмёт, блядь. 900. Ебать. Жиз пропал, тварь. Смотри, надо сейчас подумать, сейчас увеличилось у нас количество сейвов. А добавилось это в Вилании, сейв массовый. Частички, давай пораспределим так. Пускай частичка этого гламура на синтек, ты за синтек отвечаешь и по рейду хилишь. А вот Авиланию, кто у нас по полученному урону? Синтек там на 10 месте по урону. Вот по войду кидай. Потому что, ну, аптайм, который босс на мне висит, вот, это больше всего. То есть на меня кидай. Авилань. И уже по рейду хилишь. На синтека не обращай внимания, его частица да сейвит. И хиль по рейду чисто. Так, проверка. Там кто-то в церкви сидит, блядь, или что это за звук был? Или в храме, блядь. Ебать, Саня, ты там что, нахуй, родись там подрабатывай? Что ты не за звук, блядь? Дайте приставай СМТ, пожалуйста. Сейчас 5 хилов. Да, блять, если мы так сдохнем, то это все. Хилы, моча, нахуй. Фиолетового пидора не убьем. Да, да, ё, чё. Пристабафу, блять. Да вы заебали, нахуй. Вы крик там на ХП. И крик на ХП не забывайте, блять. Это ж нахуй ваша жизнь, наша жизнь. Ну и чё за хуйня? Чё вы там, блять, пристабафы, блять? Это он ебанулся, нахуй. Он задом ходит. Он переступал. Ты заебал, блядь, как ты сдох, нахуй? Дал бы РТ, блядь. Быстро баф ему. Ебал в рот, все проебал, нахуй, просто. 5 хилов, один хуй дохнут, нахуй. На первом же дыхании, потому блядь. Потому что надо 2 эрдру. На да, самом деле. 10, нахуй. Нет. 2 хила, да, 2 эрдру, 2 ДЦ. Щитовать надо, нахуй. Да, в натуре. 2 хэпала, 2 щита, нахуй. Та шема, блядь, в жопе, нахуй. И так далее. Всё, тише, блядь, тут, блядь, дай сосредоточиться. Да, давай. Всем тихо, сосредотачиваемся.
Сейчас утолкнет, блядь. ДБМ нахуй будет. У меня нет этого ДБМ. Качай ДБМ нахуй, новый, 5 числа. 5 января вышел. Не отвлекай, блядь. А есть какие-то зелья, которые агро скидывают? Есть. Есть. Должно быть какое-то зелье было. Но оно как припод работает. Которое на Молчезаре пьют, да? Да. А зелье невидимости, если выпить? Оно не работает. Оно в бою, что сейчас сразу выбьет. Подведи. А, вы можете сейчас этот, как его, блядь, нэшек себе задонатить. Минус Вадикон, как нахуй? Синтек лесы. Ревист лесает. Тоже лесно, да? Нет еще. Вставай. Баф по нему дайте. Лидер все закинь. Или у тебя нету? Мне нужен баф какой-то. Да баф дайте. Приста баф. У меня 20 хп. Вы что, дрочите там? Алло, баферы, блядь. Частицу обновить по синтеку. Кто бафер плюс чат? Самое время раздать синтер, если ничего. Я не люблю щиты, да. И воид тоже дал. Он сухой нахуй. И шоты типов нахуй, все пошло. Я свою ровиста, блядь. Только сразу не вставай. А, на полку. У кого еще БР есть? Ну что, у меня КД? У меня есть. Так, риса инвизибла после тяжкого встанет, после удара. Блять, я себе без этих смертей нахуй. Это Вилаш на пульте. Вставай. На бигдема надо скинуть агро. Давай рарник по бигдему. А я кидал этому. Напулил на дровишку. Прям херачься мне сейчас. Готовься ШВ прожимать на хули. Чем повезло тебе. Когда он подтяжки, да, вот это? Пока нормально. Сейчас я вообще на поле. Если скидывалок не будет, то придется танчить. Ну все, блядь, пиздец. До берсы минута нахуй. Это нереально. С такими смертями, с такой залупой нахуй. 5 хилов, толку 0 нахуй. Брать друид инвалида, где он там? Он вообще в онлайне. И все по пизде нахуй пошло. Меня ебал. Падайте. До берсы еще минута. Да и хули толку. Я жить. Друид инвалида надо брать. Все. Да уберите, уберите. Ну зачем? Там 30 секунд еще ждать. По миллионам не добьем. Надо выживать нахуй. Ну и что, ХП слинкуйте. Я скинул сверху. А вела не убрать, это у нас минус со льва опять будет. А кого убирать тогда? ХЗ как пригломочен. Три раза сало ловил. Я ни одного не словил. Да, кстати, вроде ноль сало было. Когда откидывает, надо подбегать в босс, в красный кружок, нахуй. Я же объяснял. Вообще все не сдохнут, то 100% убьем. Я не знаю, вы там ловили, блядь. Если вы не стояли в центре, то это ваши проблемы. Я, блядь, держу дистанцию 40 метров. Ебать, ты куда-то... бегаешь, короче, по кругу. Я знаю, спасибо. Я ну, по кружку бегу. По выделенному. Это красавчик, он все нормально. Сказали 5 раз, стоим в кружочке босса. Ты стоишь за кружочком босса.
Ну и ты будешь сейчас спрашивать, что не так? Все, пизду, не надо это все. Ну чё, как, Авелани уберем, но это минус Альва будет. И тогда у нас... Ты скажешь, ну чё, как дела? Ну да, как дела, блядь, я не знаю просто нахуй. Еще тратить. Короче, смотри, есть предложение на следующем КД сейчас силы поднабраться, пройти дальше. Да так-то да, блядь. Ну а хули, мы сейчас здесь также будем падать и падать, падать и падать. Да, типа все. Надо подкачаться. Я думаю, лучше, блядь, РС-ку нахуй ебануть. Сникерс можешь ебать. Там... До магазина идти надо. РС-ку пойти потратить. Ну, часок еще есть. Не, я сейчас это еще минут 10, я спать пойду, что пора. Я понял, нахуй. Ну так и нахуй тогда, что надо нам, блядь. Работа завтра с утра. Ну мы все равно не успеваем по ДПСу, даже, блядь, тика в тику, ну. Что-то многовато остается. Это да, 4 Не, мы по ДПСу как раз успеваем. Не, тика в тику остается. 17 кемов осталось. Потому что народ попадал, блядь, там и осталось. Было 30 раньше. Если мы еще вроде ХП, да, порезали? Нет. Не резали ХП никому, кроме последних боссов, блядь. Вы что, читайте хоть обновление. Ну на 13 лямов мы преуспели. По сравнению с прошлым КД. В общем, я хуй знает нахуй. Как ну так, давай это тогда траем, что там, бигдем 20 минут и спать, да? Ну давай трай дадим с друид инвалидом нахуй. Да. Я хочу, чтобы рейд не падал никто нахуй. И мы даже сейчас без сейчас получше, блядь. Я даже сейчас типа... А кого, жал, вот, а кого убирать нахуй? У Эйе 15 тысяч нахуй, это пиздец. А Виланию в ретрика нахуй? Сколько он? Опять так же даст, 14-16. Я 17 давал, я хилил, блять. Ладно, давай ты в ретрика. Чем-то у него было. Эйе, портуйся. Ворлда оставим, друида возьмем. Я могу типа вообще не хилить, блять, у меня будет, да, 17 плюс-минус. Все, давай, плюс-минус. Ты в ретрика, друида сумоним и еще трай даем. Так, что у нас получается? Хприст, ДЦ, 2 эрдру и хпау. Это прям связка нам бодрая. Нам как-то 15 нахуй заменить на 20. Да уже похуй, я хочу, ну, чтобы надо выжили все. Надо ДКшников. Надо не ДКшников, надо, чтобы, сука, никто не падал. И тогда посмотреть, ну на да, экзекутке там ну, еще ДПС будет. Люди падают, это ДПС теряется. Да, там, блядь, не ДПС, а очко, нахуй. Вот сейчас посмотрим, у нас Эрдру будет стоять. Ты в Дисе, друг инвалид? Да, в Дисе. Вот сейчас, это, трай даем, посмотрим, блядь, уходит там бигдем, не уходит. Ну уходит, хули, смысла нету. Я не знаю насчет РСК, но если только... В принципе, можно пойти чистануть, а завтра уже продолжим траить. Да не, там, если мы сейчас здесь пару траев, РСК уже смысла нету. Ну, да, мы может... сейчас пока пройдем один трай, нахуй, два и все. Да, в принципе, смысл в натуре. Трэш еще чистить. А че, АЗС пойдем? Нет? Какой уже АЗС? АЗС что там? Ну не сегодня. Ну это гидрос. Тогда завтра... Если сейчас на роботе все печально, если... Перты еще час. Если будет шанс какой-то проблеск, нахуй, то попробуем. Если, ну, тогда завтра это начнем с РС-ки. Хуй знает, РС-ку плотно присядем на завтра. Так вот. Где Закханыч? Ставьте шкаф, чё вы? Дрочите, что ли? Ну и все, а то следующее КД у нас, я вон все в календаре ебанул, все это расписание ебанул. То же самое, в четверг задача вот ебануть ТТГ, ГМХ и ЦЛК. Если мы это делаем, мы за 3 дня обычки закрываем. В принципе, можно даже подумать. Не, ну у нас ЦЛК тогда трудно пошло в субботу, блядь. Вроде бы один рейд, казалось, и мы 3 часа проебали в нем. Тыкните, ебать. А чё за хуйня, я принимаю, он не принимается. Спагнулась. Логайся. Ой, это раз, дай вот эти фласки всем и не сдохни. Это как припод, типа, защищает. Слушайте, а у магов... А да у это за... Же, ну, блядь, 3% даст в пизду. Работает, а грудь это... снимает? Помните ещё раз, я релогнулся. Я тебя огорчу, оно не стакается с этой... Как она называется? Да на свинсте просто 25. Сапротом? А кто там? А, блядь? Вас... Нет, ты... оно стакается, оно как зелье идет же. Да никак... не стакается оно, блядь, с лапкой. Лапка сколько дает? Прочитай. Сопротивление 54, а эта хуйня 50 дает. Оно лапку не перебьет. Я не могу все равно зайти, пишет инст полный. Эйя здесь. Ну, Эйя, ты тут? Нет. Прием, ты в Дисе? Да, я тут.
Ну так я тебе говорю, портуйся. Почили. У тебя там на 17 месте 15 тысяч, поэтому почили. Маги, а у вас невидимость агро снимает? Я знаю, что клон да, снимает. А это... может... Вот смотри, блядь, лапка 75 дает. Вот смотри, просто пью эту хуйню. Хуяк. Как было 75 сапрота, так и осталось, нахуй. Это хуета бесполезная. Понятно, я думал, вот. Работает. Я это уже давно, мы это еще в Наксе, нахуй, проверяли. Это, Биг Дэм, у тебя осталось зелье невидимости? Должно быть, сейчас. Если у тебя осталось, попробуй там где-то на середине боя выпить. Если оно агро снимет, то можно будет как-то... Пристабав, где? Зельем. Присты, мать. Алло. Не, у нас да, тут на товары нету, агро, нихуя вообще. Невидимости не будет юзать. Никаких расходников. Проверка. Подходим, дайте, соберитесь, блядь. Нет? Синтек не работает во время боя, припот на инвиз. Заебал. Запомни. Синтек, сука. Вот тебе эксперт по припотам. Я, блядь, спрашиваю. Даю отчет, прием. Красный яс работает на страже бездны. Проверьте. Киньте. Висит. Работает, ебать. Ну вот, косноязычный начинает накидать еще. Так, время больше хилам дается на ходке. Сиджу жмет, заебись вообще, может. Ну там как у кого-то повезет, блядь. Топа, давай нет. Ну, ты как Синтек, блядь, тоже там пал правосудием нахилил там. Все, тише, за тише. Тихо, символ. Тихо, играем, играем. Ну я же по факту говорю. Все, все, все. По факту играем, блядь, тихо. Пока мы вдвоем на позиции на первой, нам как бы похуй все. Когда хуево будет, там тревогу бить начну. Вся надежда на экзекутку, что там ДПС у кого-то повысится. Так, у меня же повысится. Может, варло какой-то. Сверху задел, блин. Ну, Синтека сложная работа, нахуй. Ему надо и на рейде ходки держать, блин. Еще бегать пока, да. Лашу держите. Так, другие трессы, блин, говорит. Вадикон, блин. После удара станешь. Еще, блин, да.
фул баф по хокмастеру. Так, по Херсоре по бигдему. Надо по хокмастеру еще ебануть. Ну срочно надо по бигдему. Сейчас хокмастера будет ебашить. После удара. Сейчас вот, хокмастер. Не зыбку, да. Не зыбку, зубы им. Все, минус. Все, пошел по пизде, нахуй. Вот кайф, нахуй. Дальше хули смысла нету, нахуй. Ну не знаю, как это перекрывать, нахуй. Копит что ли стаки? Почему сначала заебись, а потом начинается вот это? Нет, ничего не копится, блять. Просто. Нет, есть такая хуйня, есть такая хуйня, вот, ну, у нас скидывается по 20, хоть у нас и растет, то есть, у ДДшников тоже растет, блядь, короче, нету столько скидывания, блядь, я не знаю, чем больше ты косарей агра набрал, тем больше этот процентаж тебе скидывает. Я думаю, мы не бьем, все. Да хули ты бить-то, нахуй, три тела лежат, мы в тютельку даже не успевали, блядь, нам берса бы на пяти лямах было, блядь. Из приятных новостей, оказывается, надо было Косноя скидать, чтобы прохиливать было. Я не знаю, пробуют еще или нет, нахуй. Да можно еще тройнуть, почему нет? Можем тройнуть. Ну, вроде трой не такое уж и плохое. Но сейчас вот выяснили, что красноязычие надо, и оно помогает, вроде трой неплохой был. А вот опять же, вот красноязычие, вот вы говорите. Костный язык. Вот, а вот я в Африке сейчас вон. Почти 20. Но в чем проблема, если я есть? Играй дальше в Африке. Ага. Ну блин, тогда ты это как проклятие рока теряешь. Да мне нахуй не нужно. Ну блять, ну зато тяжкий удар меньше как будет. Ну, чуть-чуть дольше. Он прилично так дольше. Это я World, могу блядь. Сдавать не прям, под первую тысячу, прям почувствовал... а под вторую. И там получается больше за хила смолит. Я не знаю, варов заставляет с пула хуярить вмешательство. Вы как хуярите Big Dam Крисори? Как хуярите? Как часто? Ну, один раз за этот бой дал. Да, ну, типа я его не нажимаю, пока я не вижу, что там не догоняет. Ну-ка, потому этот... что полбоя кинь... там. Кирсори, кинь на меня вмешательство, я посмотрю баф. Посмотрю, себе добавлю, блин. Так, вмешательство так называется. Так. Ну, это вот из того и выходит. Либо заранее начинать все кидать тогда. Тогда надо заранее начинать кидать, прям с самого пула. Ну там, не знаю, столько сорей набрали, все кидаешь. И сальвы также, блять. Под конец они откатятся там. На... Ой, три раза можно кидать. Да. Ну, да, то есть и варом тоже начинать кидать. Ну если за 6 минут сколько ты на 30 секунде. Ну короче, что там. Сколько раз-то нахуй. Раз 10 точно надо кинуть. 300 секунд, ну да. Так, дебаф. Топа пьет что-то. Ой. Мне слышно, да? Пиво он хлещет, что еще можно? Какое пиво? Чай, блядь? Чай? Пивной чай. Нет, просто чай. Пиво в кружку налил. Чай крепкость 6,5. Нет, я такое не пью. Ну почему? Могу. Бывает пиво нормальное, кстати. А есть какой-то талант или символ, который Косноярск, ну, делает еще больше? Нет, вроде. Я не знаю, я не пробовал. Присумоньте, пожалуйста. Ёбаный в рот, давай уже. Я в травму камень вставал и попал 200-й оффхенд. Сейчас травму буду пробовать. С волонером тут, кстати, проще намного. Но его нет. Но их нет. Сейчас у нас это. Теперь у нас синтек алкаш, а не е. На этом контенте, блять, у льду ходить пиздец нахуй. Ну, типа, она по сути закрывается хуйня, но на нее надо знать, чтобы быстро за полтора часа закрывать. Тебе пришел сумму? Нет, я сумонил, блядь. Алло. Сейчас, секунду. Топа горячий. Короче, чай. Ощущение такое, что топ этот вот со временем все больше и больше бьет. Да не, что-то не замечал. Ну прям как-то под конец. Но.
остались. Ну, типа с пула минуту или больше даже я могу нижать, даже ложные меня считают как-то. Там нет. Ты как нижать ложный, блядь? Жми ложный. Успел в каз дать. Ты понимаешь, то, что ты ложный. Там спустя минуту маг заканчивается. И тебя приходится хилить, а не кого-то другого, кто просто. Я вообще нажимаю, типа, но иногда в КГД не попадаю. Чтоб нажать. Ну, не, ну бывает, каст-то по сути быстрый. Сейчас под локовским этим он будет хотя бы 2 секунды, и можно хотя бы на последний тик или на второй и последний успевать. Там 3 тика всего. Так, все готовы. У нас ШП нету еще. Вилания тут нет. Ты хуй свернутый был. Так, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Бать, 31 тысяч уже меня. Жесткий. Жесткий. Ну а сейчас пойду интервью не давай. Уже в РПК можно ходить. Кирсори по бигдему сразу дай. А он уже дал. Ага. Вас вообще вначале можно не напуливать, потом начать только. Я сам так играл, нахуй, я говорю, тогда только видишь, еще фишка в чем. Берсы не было, и мы упирались именно в то, что вот мы долго бьем, и у нас вот этот агро у ДПСеров растет, а у танков оно снижается, нахуй. Мы в эту хуйню упирались, блядь. Я сам это все вмешательство эти все делал, блядь, это пиздец, дичь. Он-то не работает, да? Нет. Если бы работали, нахуй бы мы это все делали, блядь. Ну да, с танком было бы проще. ФПС 0 нахуй. 4 ФПС нахуй. Пусти ФПС на как обновить. Так, а чего у вас спасали вон эти паладины? Я вроде пану дал. Ага. У меня есть. Давай рарник по хукмастеру. А Вилани по Закханычу. Так. Там ровист идет. Гламур про ровист, давай. Немножко понизили их. Кирсори по бигдему по КДТ, да? Так. По инвизиблу. Бигдему. Ну видите, да? Ну как КДТ. Что, синтек сдох? Да, красная слетела, нахуй. Как сдох синтек? Частица кончилась? Чё, кончилась, да? Или как? Ну, частица кончилась, да? Да нет, нет, частица была. Пиздец, нахуй, я не знаю, нахуй. У вас теперь пятеро, блядь, почему так, нахуй? У меня только гламурщин хилит. Короче, ханта надо, да? Топа заебал там пить уже.
Да, был бы хант, было бы заебись. И как бы плюс еще нахуй нормально бы я его стрелял. Да. Блять, что у нас было? Ну-ка. Че вот мы? 360 надо в конце, да? А какой БМ, да, херачит? Ну нам надо, короче, да, чтобы да. Вилания больше начинал давать. Ему ШМ собирать, да я хуй знает, нахуй. Мне кажется, пока мы ему пособерем ШМ, нахуй, уже апнется ну, этот. Ну, да. Нерфанут эту хуету, нахуй. На меня апнет только ШМ. Нам пока это нахуй. А ШМ не намного апает, на самом деле. Да. Да паладины не дамажат. Ну, буду как рарник давать. Паладины, да, не дамажат. Так, ну ладно, что, завершим да. на этом. Завтра тогда что? Да, и давай завершать. Довесочку ебанем. Давай, это... Нормально будет этот, блядь. Сейчас ЕПшку. Че, я хуй знаю, сколько дать за это, блядь, за трай, нахуй. Ну, и как бы, все равно ретерки, как бы, паладину нужны в рейде, чтобы агро снижать. За усердные старания по косарю, да? Нормально. Ну, я хуй знаю, может, и больше можно дать, хуй знает. Может, они бы сделали... А зачем больше? Зачем? У ретрика же в буре в ротации, да, стоит? Ну буря? Да, конечно. Да. Они просто сделали бы бурю, чтобы она не уешила, а по одной цели. А, не, так. Они не будут этим заниматься. А чё, ну, куда-нибудь это... затолкать талант или все? Вот вам, пожалуйста, блядь. Да нет, это залупи. Они перестанут ауешить жестко, но они будут в одну залупи. Цель хорошо. Нет, это залупи. А, подожди, у паладинов вообще вот изначально, короче, буря самый мощный удар. Вот не считая Т4, если нахуй ебаный. Понял, да? И ты когда бьешь буре в Т4 сейчас, у тебя усиленная буря срабатывает. Это да, без разницы, она самый большой дамаг, да. Если они даже идеи сделают, что она будет, блядь, соло цель бить, они дамаг у нее не увеличат. В целом там, короче, это... Если прям хила не хватает в рейде, то 2-3 ретрика могут себе глиф брать на этого босса. Там есть глиф, короче, от хил увеличивает. Я с таким на арену бегал. Там на 15%, короче. А с учетом того, что мы в одном фрейме стоим, плюс хил. Ну, вообще потестим, короче, как. Может быть, два шамана попробовать. Мы все равно вышли урока. Два шамана точно нет. Тебе почему? Надо пассивное исцеление. Ты во время ударов, он, ну, пускай за 3 секунды, сколько ты дашь цепуху одну, ну, дай бог, под прожимками две. Это ни о чем. Да, ну, у шамана есть пассивное исцеление? Да, нету там, какое? Вот эта дотка, которая вешается, ходка мусорная. Типа, тут в идеальности, ну, реально, два аэродру, сейчас было намного легче. То есть, если бы еще два аэродру хилили именно вдвоем, да, Синтек там подхиливал, но он все-таки больше занимался тем, что бегал, развлекался. Да у Синтека ты чё, у него там топ ХПС, нахуй. Ты смотри, он, блядь, наравне идет с тем рядом. Он бегает, нахуй, омоложение буйный рост, нахуй. Это два спыла, которых надо тыкать, остальное вообще похую. Ну, в общем, суть про то, что он там бегает, иногда может кого-то не достать, еще что-то там быстро ну, не да, стать там в цель. Кого-то не достают, то есть, надо 40 метров держать. Такое, оно не сильно бьет, но критично в какой-то момент может быть. Не, ну попробовать все равно стоит. Два эршама точно нет, потому что у эршамов нету ни абсорб эффекта, ничего. Это сейчас мертвой класс. Слишком долго кастуется цепуха. Если бы у тебя цепуха оставалась 1 и 2, вопросов не было. Как у меня молитва исцеления. Но у тебя цепуха кастуется 1 и 5, 1 и 8, дай бог. Так, а у нас кто? У нас все, кто были, получили, да? World? А что ты 10% дал? Кто не получил, нахуй? Кто-то ушел же. Не Дарка ты это заменил, он тут сидит. Так, и World еще был, да? Где он, блядь, не вижу. И Дон еще был. Но он вышел. Я не знаю, но там получается вот хпалу надо очень трудно, потому что ему надо следить и за мной, и за рейдом, и за танками. Ой, блядь. Я не знаю. Тоже с ключом, что ли, бегать? Ну, какие еще есть варианты?